Всем привет, друзья! Вы на канале Тренд Кино. Скоро у нас состоится очень интересная премьера. В основе сериала будет лежать реальная история бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, ангарского маньяка, шокировавшего всю страну. За 20 лет своей преступной деятельности мужчина убил несколько десятков женщин в Иркутской области, объясняя это тем, что избавлял общество от женских пороков. Сериал будет состоять из 8 серий. Мелодрама 2020 года. По сюжету в тихий городок рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее сюда с сухой официальной формулировкой проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы. В рубежном москвичку встречает прохладно, как и в любом провинциальном городке. Здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. В основу сценария легла реальная история, как я уже говорил, Михаила Попкова, ангарского маньяка, шокировавшего всю страну. Его кровавый след уходит в 90-е годы. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк.